Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Ютаро 365. С вами я, таролог Юлия. Рада вас приветствовать на своем канале на YouTube. Добро пожаловать, если вы здесь впервые. Если вы здесь со мной уже давно, welcome back, да, добро пожаловать обратно. И сегодня мы с вами рассмотрим очень важный расклад. Это расклад о том, нужны ли вы все-таки своему партнеру не в плане как человека, а как женщина, да, все-таки нуждается ли он, какое к вам, ну, степень, да, вот этой нужды, насколько она сильная. Я буду гадать на двух колодах, я решила, вот сегодня никак не могу расстаться, девчонки, с вот этой колодой своей. Колода редкая, колода есть только у меня, на всем русском ютубе, пожалуйста. Оцените это, если вам так приятно, понимаю, что вы особенные, можете посмотреть этот расклад, вам это льстит, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет тоже очень приятно, потому что эти колоды я покупаю для вас, с мыслью о вас, мои дорогие, поэтому, конечно, на двух колодах посмотрим сегодня. Хотелось бы начать, конечно, с сигнификации ваших отношений с человеком, которого вы сегодня загадали, пожалуйста, подумайте о нем сейчас очень хорошо. И я, конечно же, начну с того, что мне карты покажут, да, что называется. Ваши отношения на сегодня, они какие? Ну, сразу вам скажу, что ваши отношения, они зависят от того, насколько много сил вы вкладываете в эти отношения, насколько много значения вы придаете этим отношениям. Человек, которого вы сегодня загадали, он явно без вас, ну, такой чахленький, скажем так, да, достаточно вяло текущее прохождение жизни, нет никаких больших событий, которые могли бы, да, нас как-то удивить на этом раскладе, что я могла бы сказать, да, сегодня он пришел там с тем-то и с тем-то. Я хочу вам сказать, что сейчас у мужчины, ну, такая жизненная пропасть, скажем так, почему-то показывают и его, и вас, да, ну, и, конечно же, отношения, они истощены, здесь явно можно сказать о том, что нет такого большого, да, вкладывания в эти отношения со стороны мужчины, как вот, допустим, это было изначально, то, что было вам обещано, то, что шло кармически по этим отношениям. То есть нет здесь какого-то логического продолжения. Цепочка обрывается очень резко. Но при этом все зависит от вас, потому что вы тут, ну, как бы идете королева Пентакли, из песни слов не выкинешь по королеве Пентакли, вы действительно женщина властная, вы женщина, знающая, чего вы хотите, вы просто лишь за какие-то ковришки с человеком в отношениях не будете. Это я вам однозначно говорю. Поэтому, ну, как бы то, что я вижу, да, чтобы вы, конечно, понимали, ваш расклад не ваш, стоит вам смотреть, не стоит, да, то есть вот как-то так. Тут как-то укладывала эти волосы, все равно у меня все как-то такое, да, вы заметили, что у меня волосы такие, своей жизнью отдельно живут, да, не знаю, ничего не укладывается вечно, волос очень непослушный, ну ничего, мы с этим живем. И еще сигнификация ваших отношений. Интересно. Ну вот видите, человек же возомнил себя таким: я царь и бог, и все у моих ног, да? То есть здесь карта мира, отношения закончились. Рядышком император, спрашивается и напрашивается вопрос, что кто это сделал, да? Это со стороны императора. Хотя, как бы, может быть, по вот этим вот остальным картам, по связочке, что человек считает, что это от вас все, да, что вы провокатор, что вы какой-то вот человек, яблочко раздора, да, вот как бы разделили напополам, что с вашей стороны все-таки подача была расстаться, разойтись, ваша эта идея, ваши эти мысли. Здесь человек как будто бы говорит мне о том, что я-то главный в отношениях, главное звено это я, женщина здесь, ну, как бы молодец, по королеве Пентакли я ее ценю, но вот считаю, что главный это я. В отношениях, конечно, были посторонние лица,
У очень многих мужчина был очень переменчивым. Сегодня такой прекрасный, завтра ужасный. То есть мы смотрим на человека, который еще и манипулятор, может говорить вам всякие вещи, типа, ну я же говорю, только что вам озвучила. Ты виновата, если бы так себя ты не вела, все было бы по-другому, да вот посмотри, да открой глаза, ты ничего не понимаешь, ты все придумала. Ну, вот все вот в этом роде, да. Ну что, давайте посмотрим, конечно же, нужны ли вы этому человеку на сегодняшний день, такому самостоятельному императору, независимому. Нужны ли вы ему как женщина на сегодня? Во-первых, человек за вами следит. Если у вас, мужчины, нету доступа к слежке. Мужчина читает вашу переписку в скриншотах. Мужчина может смотреть на ваши фотографии. Это тоже слежка. Я считаю, потому что это лицезреть что-то желаемое. Это когда ты не имеешь доступа к человеку, но ты можешь к чему-то, к образу человека вернуться. Для меня это знак слежки. Я хочу вам сказать, что это все очень тайно, это очень все якобы скрытно, это спрятано, но от нас-то на раскладе сильно как-то много как бы не скроешь особо, да. По королеве Пентакли вы очень значимая женщина, ну и не зря он тут здесь думает о вас тайно, да. Тайные какие-то мысли хороводик ведется, да. Здесь мы не зря видим с вами по пятерочке мечей человек, который абсолютно точно осознает, что в какие-то неприятные дебри он залез, куда-то он вообще в этих отношениях отъехал, то есть нет серьезности, нету опять вкладывания, чего ждет, непонятно, да, ждет чего-то, ждет и подсматривает. Ну, как бы вот так вот, да, по тройке мечей я вам хочу сказать, что это человек действительно, который... Такое впечатление, еще и ревнует, еще и с разбитым сердцем волнуется, чтобы, боже упаси, у вас там не было никакого другого мужчины, других отношений, других, да, каких-то новых лиц в этих отношениях, да, то есть, как бы, здесь мужчина, который явно и точно к вам привязан, то есть, это про то, нужны ли вы ему еще, да, еще спросим, как вы нужны, для чего вы ему нужны. Естественно, я скажу по дьяволу и королю мечей, что человек привязан к вам. Это привязочка, девочки, не только у нас вот этот хоровод мыслей идет. Я вам скажу точно, что здесь точно такая же самая картина. У нас здесь мужчина по королю мечей, он достаточно прохладный сейчас может быть, да. Он может бездейственный быть, холодный, жесткий. У некоторых девчонок даже жестокий по этой карте мужчина может быть. Естественно, я хочу вам сказать о том, что здесь с привязкой момент связанный. Ну и, конечно, наша вот эта вот любовь к манипуляциям, она никуда не девается. То, что мужчина сейчас не действует, то, что мужчина сейчас молчит, может быть, не отвечает на вопросы, может быть, не дает вам четких ответов. Это все не зря. То есть здесь человек, который действительно с подоплекой это делает. То есть что-то есть, что стоит за этим фасадом, да? Ведь самое интересное, это то, что он тайно наблюдает по верховной жрице, потому что вы интересуете человека настолько сильно, настолько он боится, да, то есть это же страх, что человек не проявляется, да, настолько он здесь боится как-то опуститься в ваших глазах, да, и вообще, что он вообще готов без отношений сидеть, без любимой женщины, лишь бы как бы вот самоутверждаться, какой он молодец. Ну, это еще вопрос, молодец он или нет, правда же. Нужны ли вы ему как женщина? Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста, все равно, как бы мы с вами ни крутили, что я только что сказала, как бы мы с вами тут ни вертели, этот человек по магу все равно проходит, что он, знаете, он манипулятор, девчонки, но это просто игрок, самый настоящий игрок, и все кладет на эту карту. Либо вот любовь, либо ничего, подействует она или нет, ну вот как бы посмотрим. Угу. Да. Ну такой вот красавчик, девчонки, по десятке кубков и восьмерке жезлов, он, во-первых, вас любит,
Окей? Это я вам точно говорю, да, без всяких каких-то там сомнений всевозможных с вашей стороны. Да, человек любит, и по восьмерке жезлов такое впечатление, что он либо написал недавно, либо будет писать очень в ближайшее время. Карты очень быстрые, карты переписка, смски, звонки. Вот такой формат будет. И, конечно же, это был долгий путь для него. Это то, к чему он наконец-то пришел. Это те мысли, которые уже все-таки докрутили, дожали его, да. Он считает, что да, вы ему однозначно нужны. Да, с вами хочется быть. Да, с вами хочется хотя бы хоть что-то. Даже если это продолжение будет, может быть, не таким фееричным, да, как нам бы с вами хотелось. Но я вам скажу однозначно, что здесь человек, который точно думает о том, как вот как бы продлить эту игру, что можно такого еще сделать, как вас удержать. С вами даже вот манипуляции интересно ему заниматься. То есть настолько вы грамотно как-то подходите к этому, вы его не шлепаете по носу больно. Вы понемножку тоже снижаете ему градус. И в этом мужчина понимает, что вы его, блин, как-то тоже задели, понимаете? То есть с вами не так просто. А почему? А что это за женщина такая, да? А почему с ней так сложно всегда? А что мне надо сделать? А что? А почему я? Что ей не нужен? То здесь человек сомнений, человек задних мыслей. Волнуется вас потерять. Боится вообще жить без вас, без многих девчонок. Здесь на канале мужчины жить не могут. Вот как бы, а мы думаем, нужна, не нужна. Ну, тут вариант с вопросом, да, таким, нужна или нет, он закрывается абсолютно точно. А ревнивец еще у вас падает, ревность. Давайте смотреть, насколько серьезно вы ему нужны, зачем вы ему нужны. Ну, во-первых, давайте будем говорить откровенно. От вас выгодно, да, не уходить. С вами выгодно быть вместе. Вы при всей его неловкости, при всей его неидеальности немножко делаете ему ощущение, что он идеальный, и он очень ловок. То есть вы ему немножко подыгрывали всегда, давали ему эту конфетку. Да, ты хорош, да, ты молодец, да, ты крутой. И он без этого не может, девчонки. То есть почему мы раскрываем, да, раскручиваем еще больше эту всю историю и задаем вопрос, а зачем тебе эта женщина? А что ты там хочешь получить? А что ты уже получил, да? А что тебя именно держит с этой женщиной? Зачем тебе эта женщина нужна? Потому что вы с препятствиями сражаетесь. Вы должны понять, что этот человек, он чувствует от вас и тепло, и опаску, потому что вы в то же время можете и по мордяке шлепнуть разок и сказать: «Успокойся, родной». Вообще-то, как бы, не забудь, кто тут женщина, да, на секундочку. То есть вы как опасная, вы как ресурс и как опасность одновременно. И его это заводит, девочки. Его, этого человека, это накручивает ему обороты. Потому что к вам надо добиваться с препятствиями. К вам не просто так тоже проникнуть, особенно на сегодняшний день, да. Потому что как только он добивается у вас успеха, он прекрасно летает в небесах. Он чувствует себя богом, он чувствует себя императором, вот этим вот красавчиком именно с вами. Вот вам, пожалуйста, и характеристика, зачем вы ему нужны. Да, еще зачем вы нужны этому человеку? Ну, как бы вот интересно, правда, насколько раскручивается цепочка событий. Еще зачем нужны вы этому человеку? Вот я же говорю, его через злость вы как-то провоцируете, да? Вы понимаете, что вы подавляете в нем и хорошую сторону, как бы его дополняете, и подавляете в нем его какой-то негатив. Вы научили этого человека, ну, вот правда, действительно, вот, то есть вы сделали его лучшим человеком. То есть он как личность, он правда лучше сегодня. Если вы сейчас подумаете об этом, зададитесь таким вопросом, вы поймете, что вы здесь немножечко через все эти скандалы, через все, может быть, недоговорки, может быть, под какие-то
какие-то расставания, может быть, паузы даже, скорее всего. Но вы научили этого человека на определенном уровне с женщиной работать в отношениях, потому что до этого у этого человека этого абсолютно не было. Это было тише гладь и ау вообще, да? То есть этот человек, он понимает, что отношения с помощью вас — это путешествие. С вашей помощью можно получать удовольствие. С вашей помощью можно жить и кайфовать. Сейчас достану еще одну колоду, подождите немного. И я хочу сказать, что вы — это таблетка от проблем. Это таблетка для счастья. Вы человек, который уравновешивает вот эти весы. Когда начинает он телепаться, то туда, то сюда, начинает его штырить. Вы весы. Вы станете и скажете: стоп, машина, все нормально, успокойся, да? Так, ну и что? Ну и, конечно же, оракул. Девчонки, оракул. Если вы хотите больше оракула видеть, конечно, надо приходить на второй канал Ютару Лайв. Я вас там всегда жду. Я его использую в основном, да, в своих прямых трансляциях, в гаданиях. В прямом эфире приходите, у нас там очень интересно, очень дружная компания, девчонки, мы там все разбираем по косточкам, сканируем мужчин точно так же, только это как бы немножко более в таком варианте лайв, да, ну то есть прямой эфир. Мы еще немножко общаемся, и комментарии я читаю, и отвечаю на вопросы в донатах, так что вот так, мои котики, так и живем, да. Ну что, давайте вот реально основные советы для вас от оракула. Посмотрите на секундочку на этот оракул. Ни у кого нету, опять-таки, девочки. Мне приятно от всего сердца. Да, кстати, колоду подарила мне Олесенька, моя подписчица и клиентка. И очень хороший человек. Оракул для вас на сегодня. Ну, как бы. Очень интересный. Смотрите. Мы начнем с вами с карты. Давайте по одной. С карты баланса. Для начала вы должны для себя понять и усвоить, что вы должны себя сбалансировать. Вы ни в коем случае не метаетесь изо льда в пламя. Вы должны понять для себя, что я вообще-то хочу чего? Баланса. Я хочу стабильности. Стабильность можно обрести только таким способом, когда вы не передаете людям и не держите их в минусе. Да? По отношению к себе точно так же. Вы не должны быть в минусе, вы не должны быть опустошены, и вы должны быть наполнены, но не переполнены, чтобы ваши эмоции не мешали вам тоже жить. Следующее. Для вас послание, послание, да? Есть человек, который о вас сейчас, в эту минуту, пока мы смотрим с вами этот раскладик, думает о вас, и прям вот честно сказать, вы можете ощущать мысли этого человека о вас. Сейчас у кого-то загорят щеки, кто-то там что-то выронил из рук, у кого-то что-то упало вообще. То есть вот как бы и вообще ощущение, может что-то запечь, зажечь, щипнуть где-то в теле. То есть вы должны даже ощутить вот эту мысль человека, который о вас сейчас думает. Может даже это загаданный мужчина. Также я хочу вам сказать напоследок, что у вас карта времени. Время – это самое ценное, что может быть у нас на этой планете. Согласны? Это тот ресурс из всех ресурсов, самый главный, правда же? Потому что с помощью времени можно много чего научиться, много чего исправить, много чего улучшить, да? Может быть, взять какие-то дополнительные уроки у этой судьбы, пойти на семинар этой жизни какой-то, да, и научиться жить. Конечно, это я метафоризирую. Карта выглядит вот так. Рассмотрите ее внимательно, да, не спешите. Такое впечатление, что вы торопите события. Быстрее выйти замуж, быстрее найти человека, быстрее родить ребенка, быстрее найти пару себе. Не спешите, у вас момент спешки. Пожалуйста, дайте себе возможность выдохнуть. А у меня сегодня для вас все. Я очень рада вас была видеть сегодня на своем канале. Присоединяйтесь ко мне
в моем следующем раскладе. Я вас буду рада здесь видеть снова. Всего доброго. Обнимаю вас. До свидания.